Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Комзиков, и в этом видеоролике я расскажу о том, чем кабриолет отличается от внедорожника открытого типа. Казалось бы, и та, и другая машина без крыши, но тем не менее, отличия все-таки есть. Дело в том, что кабриолетом может называться только тот автомобиль, который имеет механизм съема и поднимания крыши. Если этот механизм имеется, значит, этот автомобиль смело можно считать кабриолетом. Если этого механизма нету и просто натянут брезент, значит, это автомобиль открытого типа. Более того, внедорожник открытого типа – это в первую очередь внедорожник, неважно, с крыши он или без. А кабриолет, он больше косит под спортивный автомобиль. То есть считается, если автомобиль имеет съемную крышу, то он должен обладать отличной управляемостью и отличной динамикой. Также недавно появились внедорожники, которые тоже имеют механический складной верх. Конечно, с одной стороны они внедорожники, но все-таки это кабриолеты. Вот это поворот! Поэтому запомните, дорогие друзья, если все-таки вы имеете автомобиль, где есть механизм складывания и убирания верха, то тогда это кабриолет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а я, пожалуй, поеду и прокачусь с открытым верхом. Отличная погода, нужно ловить момент. До новых встреч!